Аист – это хищник. Лишь в сказках единственное занятие аиста – разносить счастливым родителям новорожденных малышей. А в реальной жизни аисты заняты тем, что изо всех сил стараются прокормить своих прожорливых аистят. Чтобы кормить малышей, взрослый аист должен быть как минимум сытым сам. Для этого природа придумала так, что аист почти всеяден. Он способен поймать и проглотить любую пищу, которая пролезет в его горло. Лягушки, рыба, змея, воробьи, улитки, крупные насекомые, мыши, кроты. Вот добыча, которую аисты едят с удовольствием. И ей же кормят своих аистят. Столько.
И еще один коротенький ролик. Как техника силос готовит, изготавливает.